Я Майла, дочь погибшего вождя Улана. Я говорю от имени всех племен. Нравится? Теснини бурлящей воды нуждаются в нашей помощи. Thank you.
сейчас захрустят твои кости! Пещера источника жизни на востоке. Встретимся там. Здравствуй, Ник. Идем. У меня от сырости суставы Не можешь справиться с этими ранеными, Елок? Я тебя переоценил. Когда закончишь, мы будем ждать тебя в личном роге. Thank you.
знал, что ты придешь. Благодарю за спасение. Надо посмотреть, не выжил ли еще кто-нибудь. Моя деревня. Ее больше нет. Прими мою благодарность. Приветствую тебя. Народ вместе с тобой выступит против пылающего легиона. Ты как раз вовремя. Мы расчистили путь к Гарру. За мной. Вы бросаете мне вызов, король? Мой король, ты не всех убил. Передай своим друзьям, Шагранир. Когда я опускаю силу Волока, всех вас ждет гибель. Даргрул забрал молот Косгорота прямо на глазах у всех вождей, включая меня. Хочу познакомить тебя с Кали и Минитил. Да-да, из тех самых Минитилов. Она очень похожа.
пригодится. Последних лет. Думаю, она и тебе пригодится. Удача озарит свет твой путь. Я всегда готова помочь. Джейл, хвала духам, ты вернулась. Надеемся на тебя. Хороший день для полета. Берегись глубоких пещер.
был сильнейшим воином, лучшим племени. По зову Краса он восстал против Легиона и перебил много демонов. В бою Хауну не было равных. Нашел Ичиро, зверя, ранен. Малфурион ярость бури с нетерпением ожидал прибытия Хауна и его. Благословляю тебя, Хаун. Хаун Крутогор, а это неужели Ичиро, любимец Малорна? Воистину, сами боги благоволят тебе. Даже Кенарий, владыка лесов, признал величие Хауна. Он даровал нам благословение, которое с нами по сей день. Рога Эчро. Джерод Песнь Теней ждал Хауна на поле боя. Он отдавал приказы войскам. Для Крутогора же у него было особое поручение. Хаун, отрадно видеть тебя на поле боя. У Джерода оставалась еще одна просьба. Копье Хауна изгнало Тихондрия из Эзерота. Приветствую тебя. Буду ждать тебя у хижины на юго-западном утесе. Советую поспешить. Крутогорье выстоит.
Мы должны отыскать молот. Традиции могут и подождать. Опять косточкой подавился. Мочи! Крусы! Для Хална война древних не закончилась у Источника Вечности. После победы над Легионом оставалось убить одно чудовище. Добро пожаловать в пещеру Мелтариона. Весь мир знает его, как Смертокрыло. Держитесь, боитесь! Народ не ковал этот гоблинский мусор. Мы только надели готовую броню на дракона. Оружие смертных не может ее повредить. Врата титанов. Куда они идут? К молоту. Смертокрыл никого к нему не подпускает. Хватит медлить! Убьем дракона и освободим мой народ! Так говоришь, Хал ни перед кем не отступал? История пишется героями. Вот истина, которую хотел показать тебе отец. Нашему народу нужен такой вождь, как Хал. Сильный, смелый и жительный. Ты обладаешь всеми этими качествами. Для тебя осталось одно последнее видение. Эта тайна передавалась от вождя к вождю с тех пор, как Хаун изгнал Смертокрыла. Но все они будут свободны от порчи Смертокрыла. Не подпускай их еще немного. Одно яйцо проклевывается! Смотрите, он уцелел. Какие милые черные рожки, я назову тебя Смолевой Рог. Именно милосердием Хал набрел старейшего друга своего рода, меня.
Что? Все это время? Майла, я тот же духостранник, которого ты знала всю жизнь. Знай, что бы ни случилось, я буду хранить верность Верховному Вождю. Что принесли ветра?
этим гарпием и рухом как надо сражаться. Yeah.
Идем! Королева ведьма засиделась на своем троне. Ha ha!
встретимся в пещере. Мы должны показать им друг Гарди. Мы хотим поговорить с Торгом. Лесная ведьма Мир 2. Мой боец поддался. Там, откуда ты родом, слабость считается силой? Кажется, тут что-то не так. Не нравится мне все это. Это ловушка. Зовешь на помощь? Не стыдно? Недостойным не место на нашей горе! Игрушка Новорога не поможет ему против меня! Это мерзкое создание мертво! Жаль! Поверь, его смерть была медленной. Тебе удалось победить наших самых слабых бойцов. Но когда... получат молотка с горона. Сдерите с них кожу.
этим берите мост, если вам шкура дорога. Мы племя Кровавого Тотема. Убейте слонопов! Больше не будем беспокоить племя Темного Камня. Пойдем, я покажу тебе наш дом. Добро пожаловать в Грот Темного Камня! С виду не очень на это... Племя вернулся! Кровавый Тотем больше не Вечное солнце направляет нас.
что солнце еще взойдет. Эти послушники тебе пригодятся. Тайвисака! Я всегда готов помочь твой путь. Что покончим с этим побыстрее. Побоюсь я туда заходить. Давай лучше поторопимся, пока они не жили. Я исполняю обязанности верховного вождя. Я Новорон, предводитель племени Темного Камня. Клянусь верности племенам Крутогорья. Вместе мы Крутогорье! Пусть все слышат, я, Лосан, вождь племени Небесного Рога, снова приношу клятву верности роду Крутогоров. Мы Крутогорье!
день в моей жизни! Оценит мои успехи.
Гарпии из поляны ведьм насылают порчу на обитателей Лежащего утеса. Мы не знаем, что с ними делать. Умоляю, положи этому конец. Гарпии в этих горах давно не ценят жизнь. Они практикуют свои ритуалы без оглядки на то, что кто-то может пострадать. Thank you.
что-то нужно?
приветствую. Удачи. Как столкнешься с червями, так зови нас, мы поможем. Источник жизни. Что принесли ветра? Thank you.
Мы тебя из любой дыры достанем! На этот раз король подземелья не уйдет. Вот и ты. И дай мне знать,
когда можно отправляться, герой? Я предпочитаю пользоваться обликом ворона, который дает мне отъезж. Седло натирает. Ильдари разбили лагерь над... Быть может, они помогут нам отыскать стол созидания. Смотри-ка, наги. У нас появился конкурент, сама королева Асшара. Должно быть, она тоже ищет столб созидания. Хм, интересно. Поразительно. Только представь, сколько здесь древних магических знаний. А вот и лагерь Иллидари, и пылающий легион здесь.